Банде Гуру Падо Дандам Бхакта Бинда Саманитам Шри Чайтанна Прабхум Банде Нитта Нанда Саходитам Се Нанда Нанда Нанг Банде Радхика Чарана Дайам Гопи Жанно Самайуктам Бинда Ванам Манохар Ванча Калпатару Вашаки Пасинду Вивача Патитанам Павуне Бхавишна Вибхьо Намо Нама Мукхам Кароти Вачалам Пангум Ланхайти Гирим Ятхи Патамахам Банде Парамананда Мадхавам Бриндавай Тусидеббай Пиявай Кешава Сача Шина Бхакти Паде Деви Саттваттвай Намо Нама Нараяна Намаскритта Нарунчайва Нароттамам Девин Сарасватин Весам Тато Джайо Мудира Санкиртане Кришна Катхопадеше Гаурия Патрасья Пракасане Ча Садануракта Гуру Бхакти Юкта Бхакти Прамодакша Джагод Бхаджанна Дхейям Сада Парибхавагна Бхавиштадохам Тетхас Падам Сива Виринчинотам Сараньям Виттатихам Панутапалья Бхавадипутам Банде Махапурушате Чарунаравиндам Ят Пада Паллава Накачанда Маничатая Бисфуриджита Кимапикабхавадуша Дарши Урунану Рагара Сусагара Сарамурти Сарадхи Камай Кадам Карус Шри Кришна Чайтанна Прабхунитананда Сиаддхайта Гададхара Сивасади Гаура Бхактабинда Шри Кришна Чайтанна Прабхунитананда Сиаддхайта Гададхара Сивасади Гаура Бхактабинда Харе Кришна Харе Кришна 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 Харе 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 Рама Харе Рама Рамурахаре. Аджануламбита бхужоу канукаха бодато. Шанкиртаной капитароу камалаяхатакшо. Вишамбароу дижавароу джугадхармапалоу. Банде жагат прияккару. Каруна бхатару. Харе Кришна, Харе Кришна, 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 Харе Харе, Харе Рама, Харе Рама, Рама Рама, Харе. Намами Ганге Тава Падпанкаджам. Сура Сураир Бандито Диббарупам Бхуктин Чамуктин Чадада Синитам Бхаванурупе Насада Наранам Ганга Таранга Раманья Джата Калапам Гаури Нирантара Бибуши Табам Бхагам Нараяно Прияманго Мадапхарам Варанаси Пурапати Бхажавишанатам Вагиша Джоша Бадане Лакшмир Джасача Бхакшаси Ясьястихиде Самбид Твам Нишингамахам Бхаджи Харе Кришна, Харе Кришна, 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 Харе Харе, Харе Рама, Харе Рама,
Ram Ram Hari Hari. Naitat samachare jatu manasapihi anisvara. Naitat samachare jatu manasapihi anisvara. Naitat samachare jatu manasapihi anisvara. Acharan Vinaspati Acharan Modrat Jatha Oddijam Visham. Gauriya Goshtipati Sisila Bhakti Siddhanto Saraswati Goswami Thakur Prabhupada Paramahansa Jagadguru said that some group speaking about Gauriya Goshtipati Sisila Bhakti Siddhanto Saraswati Goswami Thakur Prabhupada говорит, что какие-то группы говорят о личном интересе, другие об общественном. И Шрила Прабхупада говорит, мы не придерживаемся ни общественного блага, общественного интереса, ни индивидуального блага или интереса. Мы заинтересованы в том, чтобы интересы Верховного Господа Бхагавана Шри Кришны, Парадвара Келешвара, Гуранги исполнялись. И вот Гаудия Гоштипати, Шишила Бхакти Сиддханта Сарасвати Госвами Тхакур, Прабхупад Парамахамса Джагадгуру сказал, что кто-то занят личными интересами, кто-то общественными. Но мы не поддерживаемся ни тех, ни других. Мы заинтересованы в том, чтобы сохранить интерес нашей сампрадаи, в том, чтобы сохранить, следовать интересам Бхагавана Шри Кришны. У нас нет права наслаждаться чем-то. Бхагаван Шри Кришна, он абсолютный, наслаждающийся. У нас нет права наслаждаться чем-то в этом материальном мире. Что мы можем сделать? Единственное, что мы можем совершать баджан Бхагавану, тогда мы можем честно есть свой хлеб. Шрила Прабхупад говорит, если я не совершаю харибаджан, у меня даже нет права даже есть из того, что выросло по воле Господа. If you become angry, then you are defeated. You have no nothing to do. Если кто-то разгневался, то это признак того, что человек побежден. И вот мы не должны наслаждаться чем-то, стремиться к лабхе, пуджи, прачишчи или принимать ее. Все лабха пуджи пратишта, которая приходит к нам, мы должны предлагать это все Нитьянанде Балараму, который единственный авторитет в проповеди. И игнорируя Нитьянанду Балараму и всех его последователей, мы не сможем жить. И вот если у вас есть какая-то враждебность или ненависть к чистым вайшнавам, то это приведет к разрушению вашей духовной жизни. Then we can glow like sun god.
Если лабха пуджа и пратишта не затрагивает наше сердце, то тогда мы сможем сиять подобно солнцу. Мы никогда не боимся. Те, кто последователи Шрилы Прабхупады, Бхактисиддханта Сарасвати, Нитьянанда Баларам, они никогда никого не боятся. Они только думают о интересах Баларама, об интересах Сампрадая, о Бхагаване Шри Кришне. Почему наша Гуру-варга успешна в том, чтобы совершать проповедь? Хотя те, кто не следует Шриле Прабхупаде, нельзя сказать, что они настоящие проповедники. Деньги — это не настоящая сила. Кто-то думает, что это все и вся. Но деньги — это нельзя сказать, что настоящая сила или какая-то власть, количество людей в подчинении тоже не. Нельзя сказать, что это какое-то могущество или сила. А настоящая сила — это милость Нитьянанда Прабху. Мы глупы, как Дурьодхана и Камса. На Курукшетре Бхагаван Си Кришна предлагает Пандавам и Кауравам. Все, что вы спросите у меня, с утра приходите, перед тем, как я проснусь. И я дам вам то, что вы хотите, причем... Ну, в смысле, первого. Ну, в общем, кого первого увижу, вот он первый, пускай спрашивает. И вот Дурьодхан из-за своего ложного эго подошел к Кришне, подошел к его голове и встал там, думал, что Кришна проснется, когда увидит меня, но достаточно глупый образ мысли у него был. Если кто-то спит, то если он проснется, то сначала увидит того, кто у его ног стоит. А не в голове, а он об этом не подумал. И вот Бхагаван Шри Кришна, когда проснулся, он увидел Арджуну, которая стояла у его стоп. Дурьодхана начал кричать: «Я первый пришел». Пришел-то первый, но я сказал, кого увижу первым, того желания и исполню первым. «О, Арджуна, чего ж ты хочешь?» И вот у меня 16 акшини. Этих 16 групп солдат, ну не групп, дивизий или как-то, что ты хочешь, меня или эту армию. И Арджуна сказал: «Я хочу тебя». Дурьодхана засмеялся, правильно, он думал, что самое хитрое. Arjuna is devotee.
Арджуна, он был преданным, а Дуйотха нет. Дуйотха думал, что с помощью каких-то солдат можно победить войну. Но Арджуна был уверен, что если Бхагаван на его стороне, то он, несомненно, победит. Гуру Крипа Хи Кевалам. Милость Шри Гуру. Your shouting cannot give any result. If you speak all rubbish to me, you come to me, I can sit and go on speaking all slang language. I can digest. I cannot speak even a single word. Просто что-то говорить этого мало. I cannot speak even a single word. But if you speak about my sampradaya, если кто-то говорит что-то плохое обо мне, и мне все равно, но если кто-то говорит плохо о сампрадае, я остановлю такого человека. Я знаю, какие-то люди выступают против меня, и в этом их глупость. Да, они не могут понять то, что дал мне Гурудев, поскольку они следуют своему слепому ачарье, поэтому не видят. Тому, кто, у кого нет дивьягьяны, что говорит дивьягьяны, у некоторых ачарий даже здравого смысла нет. Что говорить о божественном знании? They are driven by their instinct, natural instinct. They are eating, they are sleeping. Animal, what they are? They have no intellect. They are driven by their natural instinct. Sometimes sleeping, sometimes eating, sometimes running. Why? Have some engagement? No. Животные недвижимы своими инстинктами, поэтому делают то, что эти инстинкты велят. Также некоторые люди не задумываются о том, что такое хорошо, что нет, из-за того, что следует какому-то слепому гуру. И кто же может дать вам силу? Бхагаван не может дать вам силу. Gurudev has no partiality, always neutral position. He can watch me what I am doing. He is watching me what I am doing all day and night. When I am staying alone, you think I am doing some rubbish thing. You stay with me. You stay with me. You can stay with me. The way I am living my life, you come and stay. I allow you to stay. Even 5 minutes you can stay, you can go away. So this way, if we think, и вот если мы думаем, I don't know where the whole world, я не знаю, куда движется весь мир. Devotional field total covered up with mind. And you are shouting to stop Nityananda Balaram. You are not going to stop me. You are not going to stop me. Be careful. You are going to stop Nityananda. You like to kick Nityananda Prabhu. You wait. You are going to kick Nityananda Prabhu. Wait for some time. You can see the result. I don't know. Why you are coming in bhajan?
Я не знаю, почему некоторые люди приходят на путь бхаджана и занимаются всякой ерундой ради обретения дешевой славы. Абсолютная истина — это не что-то, что можно просто так остановить какими-то словами или еще чем-то. И такие люди должны подождать и посмотреть. Я делаю все для абсолютного блага всего мира. У меня нет личных корыстных интересов, если вы И вот можно увидеть, что некоторые ачарьи выступают против Нитянанды Баларама, хотя внешне может быть не так заметно, но если присмотреться, то можно заметить, что они хотят остановить абсолютную истину и представить какое-то ложное учение. И вот однажды я сказал одному ачарье, когда мне надоело смотреть, какой ерундой он занимается, и вот я сказал, что всю твою жизнь будешь беспокоиться о деньгах, о положении, еще о чем-то. Я не проклинал его, просто сказал то, что увидел. И вот мы должны помнить, Бонапарт, он не был успешен в итоге, не смог защитить себя. Или Гитлер тоже не достиг успеха. Можно посмотреть на то, чем кончилась их жизнь. Я могу привести несколько примеров. Один саду может не из Гаудия Сампрадая. Ачарьи Бинабхав-Бхав, его звали, и вот он начал кампанию против забоя коров. В общем, он выступал за сохранение жизни коров, говорил, что если количество коров увеличивается, это наша удача. Я вот забочусь о наших коровах больше, чем о своей матери. Заботимся о них, лечим. Поскольку я знаю, если корова довольна, то у меня будет все хорошо. Я вот хожу каждый день, прикасаюсь к их к этим копытам коров, беру пыль с них. Но кто-то думает, что коровы обычные животные. И в этом разница между нами. И вот этот ачарья, они начали кампанию против убийства коров, по крайней мере, что было в Индии.
это остановить, поскольку Индия — это страна духовного развития. Эти мудрецы после долгих раздумий дали нам большое духовное знание, но все же мы находимся в невежестве и не можем принять этот шанс, поскольку принимаем каких-то глупых гуру. И в итоге что случилось? Этот премьер-министр Индии и другие как-то игнорировали его. Какое-то время, и в итоге этот саду решил оставить свое тело, постясь. И вот он начал поститься без воды и еды, и вот постился, очень сильно похудел. И вот люди начали беспокоиться, что же делать. Ну, в итоге ну, в общем, потом какие-то его свои же охранники расстреляли. И так часто бывает, что какие-то гуру убиваются своими учениками. Махарадж имени не называет, но, в общем-то, политика, потом все его, вся семья тоже погибла. Кому-то бомбу предложили под видом гирлянды, кому-то еще что-то. И вот, а у нас есть огромная вера в Нитьянанду Баларама, что мы хотим выразить почтение его раса лилы. Кто-то думает, что он ученик какого-то расик бхакты, но какую расу они получают? Почему они гневаются? Потому что они не знают адреса настоящей расы. И поэтому привлекаются чем-то ненастоящим. И что же делать? Можно только пожалеть таких людей. И другой пример я привожу. Несколько месяцев назад я уже про Рамбхадрачарью, пытаетесь понять мои нейтральные позиции, если вы тамса, вы не сможете этого понять. Почему я отвечаю каким-то глупым людям, которые... Вот, ну, вот, которые против Рамбхадрачарьи выступают, говоря, что если саду, почему он так болеет, ну, хотя он не из нашей сампрадаи, но все же я благодарен ему. И вот, хотя он с рождения слепой, но он наизусть знает Веданту и все остальное. По милости Верховного Господа он развил все знания. Кто может конкурировать с чистыми гуру вайшнавами? И в итоге что случилось? Рамбхадрачарья, я ответил, но тем, кто его как-то оскорблял, я сказал, что он возвышенный саду, может он не из нашей сампрадаи, из Рамануджа сампрадаи. И вот когда борьба происходила за Рам-мандир последние лет 40 в Индии,
Вот, и началось это все после британской, ну, во время британской колонизации. Англичане очень любят политику и занимаются. Самахарадж говорит, родившийся в Англии обычно, у них есть склонность к политике, а родившийся в Индии, у них есть склонность к духовности. И вот те, кто родились в семьях торговцев, у них и такие торговые наклонности. Шрила Прабхупад был недоволен настроением своих учеников, одного Сакичаран Баба, другого Дживидока какой-то. И вот вроде посвящения не получили, совершали баджан, но все же Шрила Прабхупад был недоволен ими. Я не могу помочь им избавиться от такого торгового настроения. В их крови, в гене, ну, привыкли торговать, и все, что видят, они ну, пытаются как-то заниматься какой-то торговлей, какой-то бизнесом, неважно, с Гурудевом или с Сампрадайи. Your luck is so bad, you can eat only stool and urine. That uses their religion. Не все могут слушать харикатху. Не все имеют склонность к слушанию харикатхи. Поэтому, если кто-то не может, я не заставляю никого слушать харикатху. Если я вижу, что кто-то искренний, то тогда я пытаюсь помочь им. Если кто-то не искренний, а следует какому-то слепому гуру и борется с истиной, то что толку от этого? И вот эти мусульмане заявляли, что там не Рам-мандир, а какая-то мечеть, построенная на его месте в Даке. Сколько раз храмы были разрушены, божества разбиты. Кто-то знает об этом, что там происходит. Под именем Баджана, что происходит? И вот, даже если мировая война начнется, то преданные, великие преданные, знаменитые преданные так Махарадж чуть-чуть переключился. И вот какие-то преданные советовали этому Рам-бхадрачарье не ходить в суд, не отстаивать место рождения Рамачандры, потому что там опасно. Но этот Рам-бхадрачарья сказал, что я пойду отстаивать его честь, даже если сам Рамачандра придет ко мне и скажет, что не нужно судиться с ними, то все равно пойду и буду делать это. То есть смотрите, насколько храбрый он. А остальные на его фоне подобны насекомому. Repeatedly, I can stop your signing. You come to me. You can come to me.
There is no confidence of thing. There cannot be any confidence of thing. И вот в жизни саду не может быть никаких секретов, но можно видеть, некоторые пытаются постоянно что-то скрывать, но это неправильно. И вот когда Гаудиша Бабаджи Махарадж оставил свое тело, тут пришел Шрила Прабхупад, и там множество людей присобралось, и каждый заявлял, что он ученик Гаудиша Бабаджи Махараджа, а Шрила Прабхупад сказал, пришел и сказал, что я единственный ученик. И они начали спорить, но Шрила Прабхупад сказал, можете ли вы прикоснуться к его святому телу и поклясться, что вы жили достойной жизнью целый год. Таких не нашлось. Хорошо, месяц хотя бы тоже не нашлось. Хорошо, даже неделю хотя бы достойной жизни жили. Можете ли вы поклясться, никого не нашлось. Даже там вчера, если жили какой-то достойной жизнью, можете ли вы поклясться, и таких даже не нашлось. И вот поэтому, поэтому никто не смог возразить Шриле Прабхупаде, что он единственный ученик. И также можно попросить кого-то, какого-то ачарью поклясться, на, прийти к Нарисимхадеву и поклясться в искренности его намерения. Разве найдется хоть один такой? И вот таким образом Рам Бхадрачарья, он несмотря на все опасности, решил отстаивать это место явления Рамачандру до конца. И вот он пошел в суд, и судья посмотрел на него, он слепой человек, что он может говорить. И тут Рам Бхадрачарья начал говорить, что вы смотрите на мои глаза, но вы не знаете, что у меня есть еще духовное видение, я могу рассказать все с помощью этого духовного видения. А что мы можем видеть этими материальными глазами? Только материальные вещи. Muslim judge, Muslim leader, number one, is quite a question, good question. И вот мусульманский адвокат начал задавать вопросы. Рам Бхадрачарья на все ответил в итоге. Спросил, можете ли вы доказать, привести какое-то свидетельство, если Веды, Веданты или Упанишаты, вот он все привел доказательства с цитатами конкретной шлоки в конкретном писании. И там было описано, где находится место явления Рамачандра. И этим мусульманам не было ничего было ответить. Он расплакался и сказал, это невозможно, это сверхъестественно, трансцендентно.
В общем, мусульмане с треском проиграли это дело, и на том месте возродили это место явления Рамачандры. И честные мусульмане, они тоже начали помогать, давать пожертвования на строительство этого храма явления Рамачандры. И правительство провозгласило, если этот мандира открыт, то все, не будет никаких ограничений, все могут приходить на даршан в этот мандир. Different judgment. I started writing again. Separation of act is a great offense. Part one, part two, go on, part three. Separation of act. You cannot find it a single man who is going to. И вот скрытие фактов — это большое оскорбление. Oh, Sam Baba speaking right. No. Nobody. Their backbone is broken. Можно заметить, мало кто может говорить истину, они боятся. Как они могут встать, держа абсолютную истину в своих руках? Они все боятся. Могут продать всю сампрадаю ради защиты своих корыстных интересов, и в этом их характер. И с таким настроением они пытаются бороться с Нитьянандой Баларамом абсолютной истиной. Что ж случится? И вот несколько примеров я могу привести. И вот так этого Рамбхадачарью никто так и не убил, даже не посмели, несмотря на все опасности. И вот был один Шриджи Баба, мало кто слышал о нем. Я был во Вриндаван, не знаю, я уважаю его, он не с нашей сампрадаи, но все же. Вот ему давали пожертвования, но он использовал. Он на эти деньги открывал множество школ, университетов, кормил людей. В Бхутешваре там памятник ему какой-то стоит. Да, можно наблюдать, что наши в кавычки сампрадаях, некоторые саду, когда к ним деньги приходят, они своих родственников только финансируют. И вот так получается, что наши сампрадаи, так называемые саду, очень падшие. И вот что же делать? И вот таким образом мы все заняты своими личными корыстными интересами или общественными. И не заинтересованы в интересах сампрадаи. И в этом наш характер. И вот Нитьянанда Баларам так. И вон глупые люди пытаются бороться с Нитьянандой и Баларамом. Они говорят, что Нитьянанда Прабху не Бхагаван. Гуранга Бхагаван, а Нитьянанда нет. Но это глупое суждение. Рамачандра Кан хотел оскорбить Нитьянанду, и что с ним случилось? Те, кто выступает против, выступают или будут выступать против Нитьянанды Баларама, то ничего хорошего их не ждет. Some group speaking, Nitananda can never make any rasa lila. And why? Nitananda can never.
какие-то группы говорят, что Нитянанда не может совершать раса лилу. А почему? Думают, что Нитянанда сева квигаха, поэтому ничего не может. Но они забывают, что Шрила Прабхупад несколько раз говорил, что только Нитянанда Баларам, кто первое. Кто первая экспансия Кришна, он не отличен от Кришны, но все же не Кришна, только этот Баларам, он в таком же теле, такого цвета, таким же этим павлиным пером, а одежда только немного отличается. То есть, тот, кто Баларам, он и есть Кришна. И вот Шрила Прабхупада говорил, когда мы знаем, что Баларам Нитянанда, он севак виграха, он главный севак виграха, но все же он севья. Только эта концепция применима к Балараму, к Нитянанде. Он севак виграха и в то же самое время севья виграха. И вот у него есть право носить перо павлина, а Нараяна не может этого делать, у него есть право совершать расалилу также, но со своими собственными гопи. Глупые люди пишут какие-то статьи, что Баларам является лилой с гопи Кришны, но я думаю, что такой человек вообще не имеет никакого представления о ведической культуре и смеет заявлять, что он что-то имеет. Можно наблюдать, что некоторые люди кричат на каждом шагу о ведической культуре, но сами не имеют никакого представления о ней. И вот в соответствии с ведическими наставлениями, младший брат может... Я могу заботиться о своем младшем брате, но опять же я не могу наслаждаться женой своего младшего брата. Если Гуру даже не имеет об этом представления и пишет всякую ересь, вот в 2002 году такая ересь была опубликована. Ну, в общем, смотреть надо внимательно за всем. За философией, за седанты. И вот Вишванатха Чакраварти. You care only, I do that. You have to give evidence, no? If I sound like a dog, некоторые люди не замечают, что их гуру противоречит всей предыдущей гуру парампаре и думают, что следование такому гуру приведет к чему-то хорошему. Can you prove? You can speak all Ravi Shankar's name. You can do all, you can speak all Ravi Shankar. Can you prove? Can you prove? You have to prove now what you are speaking. Если кто-то что-то говорит, нужно приводить какие-то доказательства, но далеко не все могут. So they are writing all this. There's no common sense. That's why Deep Bogan, what to speak about Deep Bogan. Parabhaya Kesha Goswami speaking, Sridhar Goswami speaking, all you can find, all old writing.
Мы должны изучать учение нашей Гуруварги, чтобы видеть разницу между настоящей философией, настоящим учением Махапрабху и то, во что это превратилось. Мы должны поддерживать чистоту в нашей сампрадае. Мы живем не в каких-то скверных местах, а живем в Намахате, где Харикатха и Харикирта непрерывно происходят. И почему кому-то надоедает? We can stop everything. We have no time. You are engaging us. We have so many seva to do. But due to you, we are doing this seva by the order of Pope and the Doctrinal Times. So, Vishwanatha Chakravarti was writing. И вот Вишванатха Чакравати подпишет. That Balaram and Krishna in Kala festival they started, but that was. Начали раса лилу, но если говорить искренне и честно, раса лила Баларама, она происходит вдалеке от раса лилы Кришны. И вот Шрила Прабхупад говорит, даже Баладев хотел избежать места Расалилы Кришны, поэтому он свою Расалилу начал вдалеке. Кришна раса была на Гавадхане, в Ямуне, около Ямуны, около Капешвара, в Парасоуле. Я совершал парикраму по Вриндавану. И вот Шанта Госвами Махараджа написал мне письмо, чтобы я начал проповедовать. Мы не можем отдать право судить в руки какого-то глупого человека, как Камса не может сказать, кто вайшнав, а кто нет. Джарасанга и прочие демоны, они тоже не могут этого сказать. Кто вайшнав, а кто нет, кто прав, а кто нет. Если сам человек живет такой недостойной жизнью, как он может судить других? И вот Шрила Прабхупад говорит, даже раса лила Баларама Кришны, она была. И вот Баларама И вот я был в том месте, где Баларам являл свою Расалилу, поклонялся местному божеству там. И вот я был занят в служении Баладеву, который явился из Ямуны, пришел во сне к Брахману,
попросил, чтобы тот, кто спас его от Враджаваси, притащили это божество, сказали, чтобы я поклонялся ему. И вот я пытался ему как-то поклоняться, предлагал все, что можно. Вокруг было множество змей, и вот в день Расалилы сегодня, или в день явления Баладева, случалось, я сидел на крыше, наблюдал за луной, за Ямуной. From the very beginning, they never wanted to allow me to speak Harikatha. So I went home. After that, I was very sorry. After that, Balaram Nityananda wanted to prove that is one kind of blessing. They wanted to. И вот их враждебность стала благословением для меня. Мне пришлось уйти из Матха и жить своей отдельной жизнью. И действительно, сейчас я вижу, что это было благоприятно для меня. Practically it was possible for me, by the mercy of Bhagavan. Deep darkness, even you cannot see your finger. When I was in many times, countless, I used to travel in the forest. There was darkness. Even you cannot see your finger. Follow, there is one bamboo structure. Like in train, first bound, second bound. И вот Махарадж жил в джунглях какое-то время, ну, в деревне какой-то, вокруг одни змеи были, было темно. Ну, в общем, тяжело, опасно было в этом Даудзе, в Эче Даудзе, там такие деревни были. Ну, по ведической системе, по туалету, где испражняются, он был, должен быть вдалеке от жилья, то есть такой совмещенный туалет, нечистым считается. Поэтому ну, пока в общем, ночью если идти в туалет, пока проснешься, откроешь три двери, дойдешь до туалета, испражнишься, вернешься назад, уже спать не хочется. Two books going recitation, full Bhagavatam, Chaitanya Bhagavatam, and there's so much Nam Sankha. Oh, water, three times you can take in a day, not more than one time prasadam you can take, even in ground, like dog. Follow, I'm happy, Chaitanya, I don't feel bad. Very nice, I'm very comfortable. Ну, Махарадж рассказывает, что он живет простой жизнью, следует с таким достаточно тяжелым обетом, особенно в Читрамасе. И
его после занятия спортом они помогают выжить в таких тяжелых ситуациях. И таким образом Баладев совершает расалилу там, и это расакшетра Абингаун, Ичагаун, Ичадауджи. Ичадауджи значит, и когда Баладев начал расалилу, он пригласил всех своих людей, в общем, весной. Баладев пошел туда и пригласил всех своих этих гопи. В Бхагаватам, в пятой песне, я могу открыть и показать, как Баладев, как гопи поклонялись ему, чтобы обрести общение с ним. И вот Баладев пригласил всех гопи, и они начали расалилу. Баладев позвал Калинди, иди сюда. Ну, Калинди не пришла. И тогда он взял плуг. И вот Баладев у нас изначальный гуру, и поэтому вот этот сельскохозяйственный инструмент у него олицетворяет то, что он хочет возделать землю нашего сердца, чтобы она стала более плодородной, и поместить туда семя бхакти в форме гуру. И поэтому, почему вы уходите прочь от меня? Если кто-то делает что-то неправильное, то Баладев, он гневается. И вот Баладев пришел сюда, чтобы найти решение. В общем, что-то решить, но Дурьотхана очень был недоволен, не хотел принимать никакого решения. Что же делать? Он говорил какой-то есть о Кришне, что Кришна какой-то совсем плохой, даже непонятно, как он родился. Что говорить об остальном? Баларам сказал, что ты несешь. В общем, Баладев разозлился на него и сказал, что хочу весь ваш Хастинапур скинуть в Гангу. И вот он взял своим плугом, зацепил и пытался его стащить. И в итоге этот Хастинапур, он такой перегнутый. Вот Махарадж был на Шукратале, там, где началась Бхагават-катха. До этого мы заехали в Хастинапур, увидели дом Видуры. Весь этот город, он так скривлен в сторону Ганги, поскольку Баладев хотел его стащить в Гангу. И тогда Баладев сказал, те, кто животные,
они не понимают языка. И для них язык палки, он более понятен. They are not getting any satisfaction. No smell of bhajan, they can feel. They are thinking and taking garden. No information about what is called Hari Bhajan. I am not speaking lie. If I speak lie, if I am going to commit offense, then I cannot speak Hari Katha. That is a symptom. И вот если кто-то совершил, говорит ложь, совершил оскорбление, то он не сможет говорить харикатху. А я уверен на своих словах. Если кто-то слеп и не может видеть, что я Шабабаджи Махарадж прославляет настоящих саду даже в других сампрадаях, если кто-то спрашивает, почему он не прославляет каких-то гуру, то в этом наверняка есть причина. И спрашивает такое, ну нет, не то, что неприлично, но естественно, то, что прославлять нужно достойных личностей. Если такие достойные личности в другой сампрадае, в Нимбарке, Вишну с вами или еще какой-то, то... То есть Махарадж, он смотрит на качество людей, а не то формально, куда они, к чему относятся. Поэтому он прославляет только тех, кто достоин такого прославления. В зависимости от того, в какой сампрадае они находятся. Я не следую какому-то беспокойному уму, я следую Гурварге. Если кто-то может доказать, что я нарушаю наставление Гурварги, тогда он может что-то сказать мне. Но перед этим вы не можете ничего говорить. Вы думаете, что у нас нет силы, но это не так. И вот Баладев, он единственный, он полный авторитет, и он хочет посадить семя бхакти, форме гуру, в землю нашего сердца, но не все заинтересованы в этом. Много людей выступали против меня. И вот я... If you honor me, if you kick me, I don't care. Because it is your danger. It is your aim. It is your danger. If you kick me, I have no aim. I cannot speak anything. I cannot protest. I cannot file any case. Do anything against me. I cannot. So you can go. Because it is your problem. И вот если кто-то оставляет абсолютную истину, то
То, что, что взять с такого человека, если кто-то посылает пожертвования мне, я их не ем, а использую в каком-то важном деле. Он использует для служения. Мы пытаемся помочь кому-то, но не все могут принять эту помощь. Как пример такой приводится, если готовить очень жирную пищу, то не все смогут ее переварить. Гуру Падма иногда говорил, что уличные собаки не могут ги переваривать. И также чистая харикатха, чистая сиддханта, ее не все могут принять. И вот я... Вот эту шлоку объясню. Шрила Кешава Госвами Махарадж пишет. Она была опубликована в Гаудии. И вы поэтому спорить со мной бесполезно. У меня есть свидетельства этой шлоки и всех остальных. И вот на открытом собрании я могу привести все эти доказательства. И вот Шрила Кешава Госвами Махарадж говорит кратко. Завтра я более подробно объясню. Вот он говорит, что ум — он глава всех органов чувств. Все органы чувств могут в общем, если ум не кооперируется с нами, с этими органами чувств, то они ничего не могут делать. It is the power of Shankara Bhagavan to digest all halal poison. And one or two drop percolate dripping through this one or two drop. And that one or two drop of that poison, all snack and ganga soup, and all taksha, all scorpio they're going to share. While Shankara Bhagavan drinking, only some percolate from two or four drops of fire. And then, вот Шанкар Бхагаван, он, когда в процессе пахтаньяки возник яд, то Шанкар Бхагаван смог выпить его. Хотя даже несколько капель этого яда могли бы разрушить весь мир. И посмотрите, насколько могущественен Шанкар и Шива. И вот, и некоторые люди осмеливаются бороться с самим Нитьянандой Баларамом. Но мы знаем, что даже слуга Нитьянанды, он не отличен от его самого. И вот, смотрите, я могу объяснить завтра, поскольку сегодня времени мало, и это чудо. Какие-то преданные, буквально пару месяцев назад, пришли ко мне и смиренно говорят, почему вы пишете то и вот и все. Я не пишу, не как вы меня попросили. Не было желания что-то говорить и писать. Ну, в общем, написал, опубликовал это. So much effort, so much
В общем, мы не боимся ни демонов, ни полубогов, ни кого-либо еще, поскольку мы защищены Нитянанды Баларамом. И мы уверены в этом благодаря Шри Прабхупаде Бхактисиддханте Сарасвати. Если наша жизнь посвящена этой абсолютной истине, то будьте уверены, Абсолют защитит вас. И Шрила Кешава Госвами Махарадж был отправлен в тюрьму без всякой причины, что в итоге случилось. Что случилось, люди поверили, что он, этот уголовник Шрила Кешава Махарадж нет. Сейчас. Но сейчас технологии продвинулись. Вот недавно случилось в Девананда Гудиматхе. Что там? One mother is coming, like mother or sister. Sit long. It is the nature. It is Prabhupada. Bhaktivinoda Thakur or, you know, Gaurang. Тут особенности индийской культуры Махарадж говорит. You can do anything against me. Я, правда, не понял, в чем дело, но в основном смысл то, что благодаря современным технологиям возможности клеветы открываются безгранично. Поэтому нужно быть осторожными. Бинашати, Ачаран Мобра, Джатха, Рудто, Адвиджа, Вишна, Ванча, Капатрушика, Васини, Бавиша, Патитан, Павана, Бавиша, Бьюна, Джай, Бададжи, Махараджи, Ки, Джай, Бададжи, Раса, Лила, Джай, Шапаша, Шапарика, Бададжи, Махараджи, Танду, Джай, Харих.